Короче, ребята, сегодня у нас челлендж. Будем строить ракету из огнетушителей. Шучу. Ну реально, дохрена чем огнетушитель. От перфекциониста. Сейчас покажу вам Chevrolet Camaro. Спустимся, как раз там приехал знакомый. Надо ему сбросить ошибки. А у меня как раз есть такая штука, как вы знаете, которая сбрасывает ошибки. Сейчас поможем человеку. Задать с точки бюро. Это реалистично. Короче, вот такое насекомое приехало. Вот чек горит нормально. Надо проверять. Сейчас протестим. Воткнул? Да, воткнул. Сейчас проверим. Интересно, подцепится. Реально к BMW, короче, подцеплялся к X5. К старой BMW даже подцеплялся. А вот... Ко мне приезжал пацанчик, как-то я звонил по объявлению. Точно такой же штукой проверял. Да? Сейчас посмотрим. Пока думает. О, есть, прикинь. Да, ну нафиг. Сейчас посмотрим, что за ошибки у тебя. Что-то долго грузится. Вот эти ошибок километр. Тут что только там? Одна ошибка на топливо может что быть. Что там Олежка делает? Бах. P1441. Ну какая-то, какой-то датчик. P1441? Да. Байпас валюе. Давление чего-то там, короче. Давление, а, это помню. EVAP. Система Flow. System Flow. During non purge. Ну, это, короче, система вентиляции просто бака, походу. 14. Ну вот, P1441. Ищи. У меня просто крышки нету. Она у меня иссохлась, я заказал новую. А, ну поэтому у тебя... Это все правильно? И чё, ничего. На это у тебя он ругается. У тебя получается крышка бензобака, этот, резиночка, да, дохлая? И у тебя да. Парит. Ну все, не парься. Это все фигня, скинь новую поставишь. Далее. Сейчас брошу. Зачем ты съел лепрошка? Так. Сбросить ошибку, окей. Все, пользуйся, на здоровье. Нормально газонит. Короче, 500 лайков ставить и снимаю обзор на вот эту коляску. Смотри, еще иди сюда, приходишь. Ну блин, такая резвая машинка. Газ чуть нажимаешь, обороты, смотрите. Сразу, ух, характер чувствуется. Сколько коней? 203. 203 лошадочки, стоковая. С завода 203 лошадки. Ну такая, да, прикольно. Хотя не люблю, если честно, насекомых. Люблю мустангов больше. Но все равно сел, провалился сразу. Чувствуется, что машина такая, со спортивным характером. Нормальный, короче, такой комар. Вот. Сейчас поедем, пару дел решим. Кстати, буквально позавчера бензонасос сдох. Пришлось в полевых условиях менять его. Потише сделаем музычку. Где-то за 22 минуты я его поменял. То есть это мой личный рекорд был. Замена бензонасоса на Lexus RX 300 за 22 минуты. Там сидушку снять. Ну, в принципе, так-то ничего сложного, когда второй-третий раз делаешь. Но в первый раз намного дольше это все занимало дело. Вот, ну, удачно так все сложилось. Правда, сдох он у меня ночью, и там пришлось немножко попотеть. Никого нету, короче, встал посреди улицы прям. Короче, мало приятного. Вот, дай бог с ним, главное, что все хорошо закончилось, все нормально. Кстати, завтра возьму Ладу Весту новую с автосалона, посмотрим, что за тачка. Тоже интересно, хотя мы ее убрали уже, но не я же за рулем был. Рома Масленников был за рулем, он, короче, ехал, я так... Слегка снял сверху обзор. Интересно, конечно, полностью полазить там, поездить на ней. На механике, не на роботе. В общем, скоро сами все увидите.
Обзорчик будет очень скоро. Буквально в субботу еще поедем в Талдыкурган на Лексусе, тоже испытаем что-нибудь там, придумаем интересный видос какой-нибудь, снимем, походим по Талдыку. Вот, так что если кто-нибудь меня смотрит с Талдыкургана, пишите, встретимся. В общем, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видосах. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, скоро увидимся.